Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт в новом сезоне. И, в принципе, ребята, мы сделали себе уже, наконец-то, фосил машины. Это что там опять взорвалось что-то? И, в принципе, ребята, я так думаю, сейчас мы уже себе сделаем нового покемона, да. Сделаем мы себе нового покемона, а потом, я так думаю, или даже уже можно посадить априконы, да, чтобы потом себе сделать... ну, покеболы, да, и чтобы потом себе сделать покеболы, в принципе, да, и словить еще, может, несколько покемонов. И, в принципе, ребята, вот с этого дерева, где тут выпадают вот в эти все яблоки, выпало какое-то вот такое яблоко. Написано, типа, нет, не делай этого, типа, не кушай. Но тут зачарованность на удачу 2, фортуна 2, да, и, в принципе, не знаю, что это такое. Фиг его знает, что это за яблоко, но на нем как бы написано, да, не кушай это. А, ух, нифига себе, сколько тут уже вот этого всего дозрело. А потом, может, соберем. Ну, в принципе, еды у меня и так, у нас, ребята, и так очень дофигище, поэтому я даже не знаю, стоит ли его то собирать. Тут я уже себе делаю вот эти ресурсы, ну, как бы... Эти камни, да, чтобы потом стену вокруг дома сделать. Я побыл еще немного в шахте, ребята. Тут нормально уже так у ресурсов, да. 150 алмазов. И тут еще плюс к тому 5 блоков. 5 алмазных блоков, да. Так, вот еды просто нереальная куча тут. Вот так сделаем. И, ребята, что я хотел еще? Вот сколько себе камня накопал. Так. У нас есть 5 обсидианов. Ну, пока что давайте идем сделаем вот этого босса. Босса, да, покемона, да? Идем мы его сделаем, ребята. А, у нас же нету покеболов. А, ну да, сначала же его нужно. Вот. У нас же покеболов нету. А я и забыл, если честно. И куда бы вот это сейчас поставить, чтобы оно делалось? Фиг его знает. Сейчас. У нас же есть косточки. Да, есть. Отлично. Тогда можно вот так сделать. Потом я куда-то пересажу. Главное вот сейчас хотя бы сделать себе пару... Ну... Этих, как его там. Ай. Сделать себе парочку... твою ж мать, априконов, да? Ну, хотя бы сделать себе один покебол. Вот, вроде вот он так делается. Пускай он пока что вот тут растет, да. Итак, ребята, идем мы себе сделаем покеболы, как они там... Вот так, да? И что там еще нужно? Там еще 3 железа нужно. Ну, сейчас мы, короче, это все сделаем. 3 железа. Вот так вот. И что там еще нужно? Вот так. Ай. Сейчас. Что там? 3 железа. 3... Так, да. Вот это. И... А. И где вот эти? Как их там? А вот молоток он, отлично. Так, идем и себе сделаем. Вот так вот. Сюда. Сейчас. Тут у нас идет вот так. Ух, 5 штук. Так. И вот так. Отлично. Делаем мы себе покеболы, ребята. Ух, покебол, точнее, да, то только один нам нужен. Ну, как бы, больше мы пока что сделать и не можем, да. Где он? А, вот, отлично. И вот так. Это тут как-то вот так. Да, отлично, ребята. И первый покебол, можно и так сказать. Отлично. И делаем себе, ребята, покебол. Кто? А, ну, ща. Оманайт, твою же мать. Ну, пускай будет, что сделать. Ладно.
Я бы хотел Кабутопса там или того же Анорита, пускай даже бы был, но ну ладно. Так, сразу же ставим, потом заберем. Опять вот этот, нет, от того мы 100% убивать не будем. Так, идем и, ребята, поспим. Отлично. Так, сейчас что нам нужно, что нам нужно, что нам нужно, нужно, нужно. Что нужно сделать? А, пока это вот тут делается, ребята, вот что нужно сделать. Да, я вспомнил, что нужно сделать, ребята. Нам же нужно в ад будет пойти. И нам нужно еще вот это, как бы, обсидиан, да? А, так, что бы можно сделать вот с этой звезды? Арчен. Ancient stuff, top and stone. Ладно, это уже слишком что-то. Так. Nether Star. Вот. Чё, может, маяк сделаем? У нас же и так куча вот этой звезды, я даже, ну, как бы у нас две звезды есть, да? И я даже, если честно, не знаю, куда ее можно использовать. Вот это что за хрень? Ух, вот эти. Сейчас. Как оно там пишется? Незер. Вот. Деплет. А. И как вот это делается? Ancient stuff. Вот это что-то. Ладно, может это с боссов где-то выпадает или еще что-то. Фиг его знает. Может нам реально вот этот маяк сделать? И так фиг его знает, как бы. Как бы мы даже эти звезды использовать это даже никуда не нужно нам, да, можно и так сказать. И плюс к тому, ребята, у нас есть куча вот этих блоков. Я не буду ставить куда-то там, ну, я не буду ставить алмазные блоки, я, наверное, поставлю обычно там изумрудные, как бы изумрудных блоков у нас куча, да, я думаю, можно поставить. О, вот этого можно убить. Как бы он такой, да, нафиг он нам не нужен, можно и так сказать. Как бы мы уже кучу его поубивали. Где он? Вот он. Но все же, если он тут стоит, то почему бы его даже и не убить? Ух, тут еще один. Давай еще чуть-чуть. Ну да поп. Ну сколько там еще тебе осталось? Ладно, сейчас мы туда пойдем. Вот с этого нормально так выпало. Всего. А вот там еще есть. Так что сейчас мы и тебя убьем. Ну как бы он нам нафиг не нужен, да, мы уже просто-напросто кучу поубивали его. Но все же, если он там, то почему бы его даже не убить? Так, отлично. Рыбы, куча. Опять там летают. И, в принципе, все, да, больше ничего не выпало. Ну вот этих, да, Water Dragon Scale выпали. И, в принципе, идем мы домой, ребята. Идем домой, да. Я не знаю, наверное, уже там Омонайт прокачался. Да. Так, отлично. Ну, не прокачался. О, босс. А как бы сделался уже, да? Отлично. Что там с него выпало? Всякая хрень, наверное, да?
Ну, в принципе, да. Так, отлично. Сейчас. Вот это выкинем, это выкинем, это выкинем, это выкинем. Unbreaking. Но это нам не нужно. Так, сейчас. Это выкинем. Больше, в принципе, тут такого. Ладно. Идем мы, ребят. Так, нет. Это тоже. Так. Идем и делать, забирать покемона, да. Реально, нужно будет в ад слетать, немного добыть. Как его там? Глустон, ну, пелитую, или как его там? Сейчас, как она там называется? Сейчас, вот это... Вот так. Отлично. Вот, ребята, новый покемон у нас, Омонайт. Ну, такой, не очень можно сказать, но, в принципе, тоже водный, да? Нет, это у нас земляной или там каменный или рок и water. Но он нам, в принципе, ребята, нафиг не нужен. В том смысле, что... В том смысле, что у нас уже есть же Маткип, ну, то есть Марштомп. Тогда, ребята, ну, в принципе, его мы, конечно же, прокачаем до его эволюции следующей. Но потом, я так думаю, мы его просто поставим в компьютер, расслоим кого-то другого. Сейчас я буду вот собирать вот эти Маприконы, да, и потом может словить этого же Спирова, можно Чармандера найти, можно Бульбасавра найти, можно Иви найти. Ну, как бы сейчас нам нужно сделать, ребята, просто вот эти Априконы, и потом мы, ребята, пойдем охотиться на покемонов, да. Так, сейчас, ребята, давайте вот это все поставим в компьютер, или может даже еще один фосил найдем. Так. Не в компьютер, а вот сюда. Вот так, вот так, вот так. Отлично. Тут у нас инструменты вот эти все. Тут у нас идет вот это. Тут у нас вот это. И вот это пускай будет. И так. И сейчас, ребята, мы себе сделаем. Хватит. Сейчас, ребята, мы себе, наверное, и маяк сделаем. Сейчас. И пойдем за обсидианом. Да где вот эти... Сейчас. А, в инвентаре у меня есть. Вот, ребята, что еще можно. Как это делаете? Я уже из... Так, да? Да. Потом, ребята, мы даже можем... Я уже говорил, что мы потом пойдем... На Эндер Дракон, ну да, Эндер Дракона, но нам, конечно же, больше глаз нужно, да, чтобы его найти. Там 4 глаза это очень мало, можно сказать. И, в принципе, ребята, сейчас вот это мы пожать. Так, и что, сделаем мы себе сейчас маяк. Он вот так, да? Да. Отлично. Бекон, да. Ой, иди-ка ты сюда. И поставим мы его, пускай пока что будет вот тут. Сейчас, как его там включать нужно? Возьмем себе вот это и вот это. Этих блоков у нас куча, поэтому я думаю, можно пока что вот так. А он что, не ломается? А, ломается просто нереально долго. Так, или даже вот сейчас. Как-то мы его вот сюда. Как сейчас мы вот так его поставим. Да, вот он светится. Ну, я как бы не делаю тут всякие бонусы, я просто-напросто это поставил, чтобы он хотя бы светился. Так он нам, в принципе, и не нужен. Что тут? Speed Hast.
Как это действует вообще? Я, если честно, вообще никогда не пользовался вот этим маяком, поэтому я даже не в курсе. Jump Boost Strange. Как оно вообще действует, ребята? Ну давайте как-то чё тут нужно? Ага. Это, ну, короче, тут свои замудрючки. Ну, как бы будет у нас тут вот этот стоять. Маяк, да? И мы будем тут быстро бегать возле своего дома. Тут оно уже не действует, да? Да, тут оно не действует. А тут... А вот тут действует. Ну, в принципе, такое, нормальное такое расстояние. Я, ну, наверное, если больше пирамида, то намного как бы дальше действует, что-то такое. Я не в курсе, ребята, я никогда не делал вот этот маяк. Я вообще не в курсе, как он действует, что он делает, как он делает. Поэтому, ребята, я даже не в курсе. Ладно, не будем тратить ресурсы. Но как бы будет у нас возле дома, и мы будем возле дома быстрее бегать. Да. Где мы... сейчас. Я что, туда... А, вот они. Что-то... Так. Это мы поставим вот... сейчас. Сколько там было? Хотя, ну, в принципе, это мы вставим вот сюда. Это тоже сюда. Это вот сюда, сюда, сюда. И пойдем мы, ребятушки, за... А, сейчас. Нужно пойти за обсидианом. Так, может, если там даже и крепость найдем, то, в принципе, уже нормально будет в аду. Так, сначала давайте покушаем. Это кто там еще? А, ну, в принципе, так. Куда бы, где бы у нас лаву найти? Дай. Так. Где у нас лава? Где у нас лава? Где у нас лава? Я, если честно, уже и не помню. Ну, где-то я тут в шахту, когда и шел, то... Где шахта? Вот. Отлично. Ну, давай уже. Тут у нас шахта, вот. Вот где-то вот тут я. Да. Отлично. Вот тут. Вот так. Ой. А тут она не делается, да? Ладно, нужно как бы стоячую лаву, да? Что-то такое. Так. Сейчас. Может, найдем. О, еще ураниум. Или... нет, это титаниум. Ну, по идее, сейчас, ребята, если мы пойдем... Куда бы тут на карте Лау? Если мы пойдем сейчас вот... Вот сюда. И куда-то вот сюда. Да, там есть какой-то проход. Алмазики! Ух ты! Да будто, извиняюсь, что-то... так. У! Крипер. Там изумруд. Не нужен нам изумруд. Так. Угу.
Ладно, давайте накопаем. Ух, а, твою ж. Быстро там должен... Ну да, очень даже быстро копается. Так. О, напугался, я уже думал сейчас. Так. Сколько там нам нужно? Ну, я думаю, немного. На что нам пригодится? В принципе, только на портал, да? Потом, может, еще на энчант столик, хотя, я думаю, он, в принципе, даже и не нужен будет. Так. Отлично. Сколько у нас уже? 13. Ну, давайте еще немного. Пускай будет. И еще вот это. Отлично. В принципе, ребята, я уже думаю, можно идти отсюда. Уже нормально так. Сейчас. И... Да ты... Так. Отлично. Сейчас, ребята, я так думаю, давайте уже, наверное, на этом закончим эту серию, ребята. Сделали мы себе нового покемона. Ну, наверное, мы его использовать не будем. Но, я так думаю, прокачаем, а потом другого себе слоем. Даже вот этого, наверное. И Чармандера, или еще кого-то. Так, сейчас. Так. В принципе, ребята, пойдем и в ад, да, за Глоустоном, чтобы прокачать наших покемонов. У нас же яблок, в принципе, нормально, да. И, ребята, давайте на этом... Сейчас, нет, еще нет, еще нет. Нам нужно убить Эндермена. Да иди ты сюда, зараза. Ну, где ты? Вот там. Так. Нужны, в принципе, нам реально эндермены, так как... Ну, ладно, потом, если что. И в аду, вот что я еще вспомнил, ребята. В аду, если мы найдем крепость, то поубиваем скелетонов и потом даже, может, убьем босса с вот этих иссушителей, да? Но я, в принципе, нет смысла, так как звезда у нас уже есть, но просто чтобы, как бы, просто чтобы убить, да? Поэтому, ну, в принципе, ребята, действительно, давайте уже на этом закончим вот эту серию. Где он? Где он? Где он? Ух ты, нифига себе. Да иди-ка ты вот сюда. Ни хрена себе, это чё ещё у тебя на голове? Это чё за хрень? Чё там нарисовано или чё там написано? Сейчас. Это кто еще у меня выстрелил? А, вот кто. Ладно, в принципе, ребята, действительно, уж давайте уже на этом закончим эту серию. Я забыл забрать лут вот с того скелета, зомби, но я думаю, там ничего толкового не выпало. Ну, в принципе. Все, давайте, ребят, на этом мы уже заканчиваем эту серию. Пойдем из следующей серии куда-то в другое место. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.